Место, где помогут обрести себя и научат жить заново. В Самаре открылся первый в регионе центр пробации. Здесь будут оказывать помощь людям, вышедшим из мест лишения свободы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это обычные граждане, уже отбывшие наказание, допустившие ранее преступление, и этот долг перед обществом исполнившие. Просто государство на сегодняшний день им помогает реабилитироваться, адаптироваться в новых реалиях, в новых условиях. Это возвращение в общество нормальных граждан, которые в дальнейшем уже не вернутся в места лишения свободы. Центр рассчитан на 50 мест. Проживать здесь смогут и мужчины, и женщины, но не более одного года. За это время они получат помощь в вопросах поиска жилья, трудоустройства и медобслуживания. С ними будут работать психолог и священник. Такой очень большой шаг в деле совершенствования всего института уголовного правовой системы. Вот. Я считаю, что этих центров должно быть в Самарской области создано несколько. Когда человек только освобождается из мест лишения свободы, он зачастую не знает, куда ему вернуться. И поэтому вот этот центр – это очень хорошая помощь на первое время. Хорошее им подспорье для того, чтобы стать нормальным гражданином, нормальным членом общества. Одним из организаторов центра стал благотворительный фонд. Более 2 лет назад с его помощью уже начал работать центр социализации осужденных в другом регионе. Теперь свой опыт энтузиасты фонда решили применить и в Самаре. Этот проект, он идентичен тому проекту, который у нас уже действует. И действует достаточно успешно. Профилактика рецидива у осужденных, она заключается не только в том, что мы можем предоставить жилье, питание, работу. Но помимо всего прочего, у осужденных есть ряд психических травм, духовных травм, которые им препятствуют нормальной жизни на свободе. На сегодняшний день 292 заключенных написали заявление о применении пробации. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.